Привет, дорогие друзья! С вами шеф Талга, Алматы со вкусом. И я готовлю в своей любимой кулинарной студии Кенвуд с продуктами Спар. Меня очень радует, я думаю, так же, как и вас, то, что Спар теперь и в Казахстане. И эти замечательные продукты меня вдохновляют на новые рецепты. И это блюдо курица с кешью и имбирем. Итак, мы начинаем. Все ингредиенты я практически подготовил, друзья, но оставил самое интересное для вас. Хочу показать, как нарезается полугоркий перец в китайском стиле. Берем перец и нож под наклоном от себя, вот таким вот стилем. И при обжарке вот этот срез будет отчетливо вам виден. То, что придает, знаете, вот такой национальный, восточный, китайский колорит. Я также знаю, что и на лагман нарезается таким же образом дунганский перец. И теперь красный. Можно это делать и с внутренней стороны. Но красивее смотрится именно, когда вы делаете по лицевой части продукта. Нарезаете вот таким вот образом наискосок. Полугорького перца достаточно для этого рецепта. Теперь вооружимся ступкой. Ароматный молодой чеснок. И сейчас будет происходить самое чарующее, мое любимое и ароматное. Это, конечно же, специи Спар, смесь перцев Спар. Также вас всегда вдохновит на новые рецепты. Острый перец чили. Также смесь других перцев. Мне очень нравится то, что в смеси перцев Спар есть также и кориандр. То, что отлично подойдет для любого мяса. Душистые перцы. И хорошенько все перетираем. Соль в этом рецепте я буду использовать минимально, чисто для раскрытия вкуса продукта. А именно, главный ингредиент нашего рецепта будет соевый соус, который задает весь акцент нашего блюда. Все продукты у нас готовы для обжарки, а жарить я буду на масле от Спар. И это мое одно из любимых масел – кукурузное. Кукурузное масло Спар. Друзья, рекомендую, не бойтесь использовать. И, конечно же, не забывайте про подсолнечное масло Спар, которое имеет настоящий аромат семечки подсолнуха. Масло берет температуру от казана, и сейчас я буду отправлять все продукты, можно сказать, одновременно, и все это будет шкварчать. Первым делом отправляю куриное филе. Сразу же отправляю полугорький перец. Имбирь. Следом чеснок со специями из ступки. И теперь время хорошенько все промешать. Долго и часто мешать не нужно, чтобы не выделялся белок из куриного филе. Время орехов кешью. И следом добавляем кунжутное масло. А как вы знаете, кунжутное масло, оно всегда присутствует в китайской и восточной кухне. И теперь соевый соус от Спар натурального брожения. Друзья, это очень важно. Заметьте, продукты Спар отличаются замечательным качеством. Все ингредиенты уже готовы, и в самом конце я добавляю лук, который я нарезал перьями. Финально перемешиваю и отключаю наш казан. А рис Спар всегда под рукой на моей кухне, и здесь мы приготовили его заранее. И теперь я буду накладывать нашу курицу с кешью и имбирем. Друзья, аромат
Мне очень нравится сочетание кешью и имбиря. Ну что тут скрывать? Мне очень нравятся продукты Spar и готовить вместе с этими замечательными продуктами. Наше блюдо готово и уже на тарелке, но хочется придать перчинки. А у Spar всегда есть чем это сделать. Здесь у меня маринованные перцы Spar. Вот такая вот красота. Друзья, готовьте на позитиве и с любовью. У вас получится всегда вот такие замечательные и вкусные блюда. А с вами был шеф Талга, Алматы со вкусом. Я готовлю в своей любимой кулинарной студии Kenwood с продуктами Spar. До новых встреч, друзья!